словно... Сейчас он задом на ту сторону выйдет. Еще чуть-чуть и выскочит. Вот она бы тогда не дала. Нормально. Еще подай назад. Стоп. Возьми туда колеса влево. Стоп, достаточно. Пошли. Еще. Давай. А теперь уходи направо. О. И прямо руль. Теперь езда без рук. Я вообще еду без головы. Теперь слово инструктору, который загнал сюда CR-V новую после покраски. Что, серьезно, после покраски? Ремонт. В походных условиях. Да. Вот его затянуло.
Надо с лонжероном теперь как-то выровнять или кувалдой выбить. На бугре придавил. Ну, то что. Вот так, так ремонтируются японские машины в полевых условиях Украины. Да, после меня...
Что-то лишнее отрезало.